Идем побеждать и только побеждать. А как же иначе? Так, гасим. Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Капец, сколько контроля! Просто с контроля вообще не выходишь. Метеориты на голову падают, какая-то жаба с-под земли появляется. О, они убили. Я активирую сои этого нашего идола. Пошли, пошли, пацанчик. Я доведу тебя. Так, пока никого нету. Пока никого нету. Пока никого нету. Я веду, веду, пацаны. Где вы там? Ко мне, пожалуйста, прибежите, помогите мне, пожалуйста. Плиз, плиз, плиз. О, ко мне уже кто-то бежит. Так, так, так. Двоих убил. Пацаны, пацаны, я веду, я веду. Пацаны, помогайте мне, я веду. Быстро, быстро, помогайте мне. Ко мне опять идут. О, о. Первый чувак мне на помощь пришел. Так, я погнал биться. Так, одного убил. Второго убил. Рыцарь крови, нет, это имба, имба, текаем. Имба. Имба за нами бежит, текаем. Пацаны, я сдал позицию. Я не смог удержать. Помогайте, помогайте, пожалуйста, мне. Ты что делаешь? Ты. Рыцарь крови, ты куда? Так, так, я веду, пацаны. Пацаны, я веду, веду, веду. Помогайте, помогайте, пожалуйста, мне. Помогите. Почему я сам здесь постоянно? Почему все снизу бьются? Помогайте, помогайте, ребята. Плиз, плиз. Так, еще кого-то убил. Так, так, так. Так, 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 давай. Пацаны, пацаны. Я стараюсь. Ну, ну, ну. Щит, щит. Так, 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 я живу, я живу. Меня не убивают. Я живу. Так, лечимся, лечимся. Я довел. Я молодец. Бежим. Так, бежим кристалл бить. Быстро, быстро. Работаем, пацанчики. Пацанчики, работаем. С ноги. С кристалл. Бьем, бьем, бьем. Победа! Это, наверное, шестая игра, и первая победа. 7 киллов набил, фантастика! Мы идем побеждать и только побеждать. А как же иначе? Так. Вы, короче, кастуйте. А я попробую пойти немножко их задержать. Так, 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 так. Так, 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 так. Так, 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 так. Так, 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 так. Так, 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 план не удался, текаем. А чё он за мной бежит?
Торрес. У меня хп не было, так бы я его убил. Кто с кем бьется? Мы 4 башни держим, да? Крутяк. Так, сверху они пытаются атаковать. Да ё-моё, дайте мне отпрыгнуть. Чё так контроля много у вас? Еле убежал, там вообще не знаю, 0,5% хп осталось, наверное. Ещё варвары имбовые, неубиваемые. Или кто-то был? А, то был крестоносец. Мне варвар показался. Какое-то воскрешение здесь дико долгое. Ух, он жирный, ну капец просто. Мы его впятером еле убили. Дичь какая-то. Лечимся. Но мы побеждаем все равно. У нас просто варваров много бегает. Варвары, как бы они много киллов не делают, но катку просто пипецки решают. А чё у него хп не отнимается? Это как называется? Я у папы донатер, да? Или у моего папы есть и ферма по биткоину? Бежит опять он. Нет, не он. Там какая-то дыхашка. А, ну он, конечно. Ну просто хп не отнимает. Это что за герой такой? Откуда у него вот эта иммунка ко всему урону постоянно висит? Я не понимаю. Сколько нужно бабла влить, чтобы у тебя постоянно какая-то иммунка была? И он впятером бьют и не могут убить. Какое-то скучное сражение. Я постоянно на того крестоносца натыкаюсь. Который меня там с одним взглядом убивает. Кто, мы или они убили? А, мы убили стража, отлично. Что за иммунка у него, я фиг его знает. Я просто в крестоносцах не разбираюсь. Так ты откуда взялся, ё-моё? Здесь ДХ-шка бегает. А нет. Это рыцарь крови. Ну тоже, вот и папа я донатил. Такой костюмчик и... Не знаю, сколько стоит, но... Помолчим об этом лучше. Чтобы не плакать в очередной раз. Победа, но какая-то скучная победа. Я одно убийство сделал! Идем побеждать. И только побеждать. А как же иначе? А иначе никак. Нам нужны только победы. Монах. Монах. Сила. Сила, монах. Ну ладно. Не такая уж она и сила, но... Верим. Главное верить в силу монаха. Монах сможет. Ой-ой-ой, что тут... Хватит, куда он текает? Что за герои? Я бы не убежал. Хотя он тоже не убежал. Да почему они все с пяткой хп убегают? Как они это делают? Там 0 хп, и он как-то еще живой и убегает.
это, блин, вообще не знаю. ХП не отнимается. Ну ладно, ты там танцуй, танцуй. Все равно башня наша. Да хоря прыгать. Ну и сваливай. Ты как-то мимо пробежал того этого чародея. А, у тебя тоже ХП не было, понятно. Ну и ладно. Главное удерживать. Главное удерживать вот эту точку. И судя по карте, мы побеждаем. И мы нормально побеждаем. Гов тогда туда, наверх. Мы вообще не знаем, сейчас будем их у всех удерживать. Даже срез по их не выпустим. А нефиг здесь бегать и башни захватывать. Это наши башни, это наша территория. Тикаем, тикаем, тикаем. Главное вовремя убежать. Прыгнул и текаю. Сразу текаешь. Ничего не делаешь, просто сразу текаешь. Ой-ой-ой. Там их что-то много, а я один. Все братья за спиной. Что это было? Я появился, по мне какие-то скиллы вылетают. От кого? Может этого стража подождать? Он там, по идее, скоро должен появиться. Хоп-хоп-хоп, а я его сам убью. Смотрите, все вышки наши. Блин, такое вообще впервые. Я так ни разу не выиграл, чтобы все вышки были наши. Интересно. Давайте там хоть кого-то попытаемся убить. О, прорываются, ребята прорываются. Не, что-то не получилось у них прорваться. И вот страж появился. Я вот только отошел. А, страж типа на 1000 очков появляется. Все, понятно. Убейте стража там. А то мне уже обратно далеко бежать. Ну хоть кого-нибудь, я убью или нет? Ну хоть кого-то убил, спасибо. Ну, почти убежали. Легкая победа, даже не знаю, в записях ее оставлять или нет. Какая-то неинтересная победа получилась опять. Ладно, хай будет на память. Я одно убийство сделал. Молодец. Хвалю, одобряю. Ты лучший.